Всем привет, мои куколки, красотки, красавицы, ну и, конечно же, красавцы, куда же без вас. Меня зовут Алена, и я очень рада видеть именно вас на своем канале. В сегодняшнем видео покажу свои маленькие покупки из магазина Магнит Косметик. Забегая вперед, тут есть очень-очень интересные, ну, для меня лично новинки, хотя в продаже они уже достаточно давно, и все я покупала по отзывам других девчонок. И если вас интересует данная тема, интересно, что же такого я купила, кстати, по скидкам, то обязательно оставайтесь со мной. Ну и давайте начнем с того, для чего я, собственно говоря, пошла в Магнит Косметик. Это за кремом для лица своей бабушки. Дело в том, что она у меня не ходит по таким магазинам вообще, несмотря на все вот эти вот последние события, она вообще не ходит по таким магазинам, и в основном я ей все покупаю сама. Тут была по телевизору реклама, что Магнит Косметик скидка на черный жемчуг и на шампунь Тресеме. Ну, шампунь ей, собственно говоря, не нужен. Она мне позвонила и говорит: Ален, будешь везти мне продукты, купи мне, пожалуйста, крем, потому что у меня кончился. И я ей купила целую линейку средств для сухой кожи. Давайте с нее и начнем. Первое, что я взяла, самое главное, что я уже это все пробовала лично на своей коже, это первое. Крем-гель для умывания с водой для сухой чувствительной кожи, очищение и уход. Очищает кожу, не пересушивает, дарит ощущение комфорта и ухода. Вот такой у нас гель для умывания. Он сейчас на скидках, 120 мл. Девчонки, если у вас жирная кожа, проблемная, то этот гель вам не подойдет. У моей бабушки очень-очень-очень сухая кожа, плюс возрастная, ей почти 70 лет. Поэтому ей он нравится. Я ее уже не в первый раз его беру, и плюс еще на скидках отлично. Так, и взяла я вот такой вот тоник «Комфорт». Тоже очень много споров вызывал, когда я его показывала, ну, может быть, года два назад, тоже в своих покупках, и хвалила его. Очень-очень много споров у девчонок вызывал этот продукт. Дело в том, что он достаточно, как вам правильно сказать, не аллергенен, но у него есть побочный эффект, когда вы его наносите, если у вас суперчувствительная кожа, когда вы его наносите, он очень сильно щипит кожу, и это как бы факт. Но лично у меня он не щипал, у моей мамы щипал, у меня нет, у меня отлично он подходил, он такой, знаете, густенький, сейчас я вам прочитаю, ухаживающий тоник «Комфорт», тоже для сухой чувствительной кожи, жидкий коллаген, камелия и гиалурон. Вот такой вот тоник, но я его называю тонер, потому что, видите, густоватый такой. Я ей говорю постоянно, что нужно использовать тоники и тонеры похлопывающими движениями, но ей удобно на ватный диск, тут уже не переучишь ее. Но ей он нравится. Опять же, тут на вкус все фломастеры разные, нужно смотреть по своим собственным индивидуальным, я имею в виду, потребностям кожи и как она реагирует на тот или иной продукт. Я знаю, что у многих людей вообще аллергия на черный жемчуг. И вот такой вот крем 60+. На самом деле, девчонки, я им сама иногда пользовалась. У меня был вот именно упаковка целая вот такого крема. У меня была года, наверное, два назад. И мне он нравился. Сейчас не знаю по поводу того, испортилось качество или нет, потому что что черный жемчуг, что чистая линия грешат тем, что поначалу они выдают супер классный продукт бюджетный, а потом, когда уже он раскручивается более-менее, то начинают они немножечко экономить на ингредиентах и выпускать не очень качественную вещь, вы понимаете, да, про что я вам говорю, не очень качественный продукт. Это 60+, защита от основных факторов, тут натуральный УФ-фильтр, сокращает выраженные морщины, выравнивает тон кожи, делает пигментацию менее заметной. Ей он тоже нравится. Я покупала ей разные кремы именно от черного жемчуга. Она говорит, лучше этих кремов ничего нет. Лично для ее кожи. Но я взяла, потому что она меня попросила. Дальше. Давайте покажу вам бытовую химию. Я взяла по скидкам себе вот такие салфетки. И я ими была полностью довольна. Это Доместос. Вообще Доместос. Что еще? Какой? Блин, у меня еще есть такие другие салфетки. Я забыла, как они называются. Ну, тоже, в общем, всякие разные производители средств для чистки ванны, туалета начали производить вот такие салфетки. Тут я увидела Доместос. Они антибактериальные, девчонки. Влажные салфетки для поверхности. Тут 30 штук, убивают микробы. Подходят для туалета, ванны, раковины. Также можно протирать ими мусорное ведро. Вот такие салфетки. Ну, и вот сзади вот такая у нас с вами информация. Ну, вблизи все обязательно увидите. И тут также значок, что эти салфетки нельзя выбрасывать в
унитаз. Девчонки, для справки, вообще салфетки любые нельзя выбрасывать в унитаз, иначе потом натворите таких делов, мама не горюй. В общем, с чем мне понравились эти салфетки? Они средние по пропитке, и в отличие от других салфеток, именно предназначены для поверхности, я имею в виду, типа вот доместоса, еще чего-то, они очень такие не мыльные. Почему мне не нравятся другие салфетки? Потому что вы их протираете, что какую-нибудь поверхность, а на ней остаются такие разводы мыльные. Это же нет, он абсолютно, этот продукт не пахнет ни хлоркой, ничем. Есть такая еле уловимая отдушка, но я бы сказала, что какая-то критичная. Ну такая, как вот типа освежителя воздуха. Мне они понравились, они хорошо очищают, разводов не оставляют. Блестящая поверхность, что еще нужно. Плюс еще антибактериальный эффект, как бонус. Отличная вещь, девчонки, если нужно что-то для экспресс-уборки. В ванной известковый налет с крана протереть. Там у меня вот кафель, например, в ванной комнате, когда ты искупаешься, вот этот кафель протираешь, чтобы тоже известкового налета и разводов не оставалось. Вот очень крутая вещь. Рекомендую. Дальше, что еще взяла? Тоже универсальный гель Сив. 5 в 1. Прованская лаванда. Забегая вперед, блин, прованская лаванда так гадко пахнет. Ужас. С эфирным маслом, антиналет, легко смывать, удаляет бактерии, антижир. То есть можно ей по факту, точнее им, этим гелем, можно по факту использовать его и на раковину, и на плиту. И также легко можно помыть ванную комнату, и также добавить в половое ведро, когда будете мыть полы. Вот такой гель. Сказала про то, что он очень неприятно пахнет. Тут также у нас идет антибактериальный эффект. Он стоил 100 с копейками рублей, но как он отмывает, девчонки, он, во-первых, не сильно пахнет именно хлоркой, а пахнет этой вот приторной лавандой, которая мне вообще абсолютно не понравилась. Вообще, для чего я люблю крем Сив? Для подошвы кроссовок очень хорошо отмывает именно крем Сив. Вот эта вещь очень-очень быстрая в применении, то есть быстро протереть раковину. Например, когда я помою обувь, я всегда мою раковину. И очень-очень быстро работает этот гель. То есть ему не нужно давать время там от 10 до 15 минут, чтобы поработать. Он работает моментально. Поэтому тоже могу порекомендовать хороший гель. И по такой стоимости 750 мл отлично. Дальше что еще покажу. Девчонки, вставлю вам обязательно фотографию. Я покупала вот такие наклейки стразы для яиц. Ну, мне кажется, достаточно неплохо получилось. Это наклейки предназначены для декорирования предметов и изделий. То есть яйца и состав у нас акрил. Вот так вот. Такие у нас этикетки. Я вам вставлю обязательно, как выглядят яйца, украшенные уже вот этими наклейками. Они на кассе были, стоили они, я уже точно не помню, но я вам подпишу цену. Дальше, девчонки, что я еще взяла? Что у меня гель Сив начинает скакать по дивану, я боюсь, что он прольется. Я взяла маски. У меня мама очень любит эти маски от черного жемчуга. Я взяла одну ей, одну себе. Это у нас тканевая маска для лица, плюс еще они были на скидках, увлажнение. Вот такая маска. Я вам уже рассказывала о том, что она, в принципе, неплохая. Самое главное, она не оставляет липкость. Но мне не очень нравится, что она так достаточно мало пропитана. И она высыхает на коже. Я уже ее просто пробовала. Вот одна. Вот вторая. Они, видите, закрыты. И вот такую взяла. Это у нас импорт. И я не поняла, изготовлен он где. Изготовитель... Италия. То есть это итальянская вот такая масочка. Две сашетки по 7,5 мл. И что это у нас за маска? Маска для лица отшелушивающая с натуральным цветком ириса. Торговой марки Geomar. 15 мл. Маска для лица обладает отшелушивающим и осветляющим эффектом. Мягко удаляет омертвевшие клетки и загрязнения с кожи. Содержит лекарственный коралл для всех типов кожи. Клинические испытания показали, что маска оказывает быстрое действие, осветляет, увлажняет кожу, кожа становится яркой, гладкой и сияющей. Вот тоже попробую, вам обязательно в пустых баночках скажу. Ну тут две сашетки, одну маме дам, другую себе, она у меня маски для лица очень сильно любит. Дальше, что еще из маски взяла? Мне... Слушайте,
поперхнулась собственной слюной. Батюшки. Не посмотрела, что тут написано, что это маска-пленка, и производитель тут меня обманул. Это Витекс, Клиент Скин для проблемной кожи с антимикробным действием. Я повелась на название маска-фольга. Я думала, что она просто будет как типа сияющая, как фольга, но она будет кремовая. Но, к сожалению, это маска-фольга-пленка. От прыщей и черных точек антибактериальный комплекс, удаляет черные точки сальной пробки, освобождает кожу от загрязнения и токсинов, предупреждает воспаление, устраняет шелушение, улучшает структуру кожи и матирует. Вот такая маска. Пахнет спиртягой, вот просто чистый спирт. Она не сушит кожу по факту, она быстро высыхает, если наносить ее достаточно тонким слоем. И что самое интересное, она мне по эффекту понравилась, она так хорошо выровняла тон кожи. Я не знаю, ну конечно же черные точки не убрала, сальные пробки так тем более, но однако же... Неплохо, но вот опять же говорю, жалко, что производитель не указал, что это маска-пленка. Тут нигде нет, что это маска-пленка, только сзади. При нанесении на кожу серебряная маска превращается в пленку-фольгу. Сзади мелкими буквами, пожалуйста. Я считаю, тут производитель должен был указать, что это маска-пленка. И последнее, что покажу, девчонки, очень интересные продукты. Ну, давайте начнем с того, что находится у меня на губах. Вы уже факт? Конечно же, заметили и задали себе мысленно этот вопрос, что же у нее на губах. Два продукта, все по скидке были. Карандаш, по-моему, 80 рублей, что ли, стоил. Это Stellary, оттеночек Nude Rose. Вот такой вот карандашик. Девчонки, он очень красивый, он у меня сейчас находится на губах как подложка. И он имеет такой вот тепловато-розовый по тону, он не сильно теплый, он такой не рыжий, ничего, просто он такой тепленький розовый, очень красиво смотрится, можно с помощью этих карандашей сделать миллиметр себе в подарок, они отлично держатся, отлично смотрятся и ничем не хуже, если вы не знаете, как бы подойдет вам матовая текстура или же нет, купите карандаш, любой абсолютно, можно вот тот Stellary, и заштрихуйте полностью губы и походите, понравится вам или нет, но забегая вперед, хочу сказать, что если карандаши носить в индивидуальном исполнении, они чуть-чуть подсушивают, но это как бы нормальное явление, тем более в ветреную погоду, и вообще, когда ты ходишь по дому, накрасить губы тоже подсушивает, кстати говоря. И взяла я помаду от L'Oréal в оттеночке No Dupes, не знаю, в общем, это новая линейка матовых помад, хотя они нифига не матовые, девчонки, вот такая красивая упаковка, видите, да? Очень красивая. И вот так вот выглядит помада. Обалденный цвет, очень красиво смотрится, несмотря на то, что вот сама вот эта вот часть, где у нас помада, сама помада, я имею в виду, матовая, то на губах она не матовая, она очень-очень комфортная, я бы даже сказала, она чуть-чуть увлажняющая. Вот, но если брать в сравнение помады от Art Visage матовые, они прям матовые, наглухо на губах, чуть подсушивают. Это же нет, она не сушит абсолютно, и очень красивый такой вот нюдовый оттенок, а вместе они просто вот они. У меня на губах шикарно смотрится, мне прям понравилось, довольна покупкой. Следующий продукт, это то, что я недовольна, это тоже L'Oréal. Взяла себе тоже по скидкам, потому что у меня закончилась моя тушь, а мне нужна была новая. И думаю, ну, что я буду покупать снова свои любимые Avon или Vivienne Sabo? Попробую что-то новое. Купила. Volume Million Lashes, это Noir. Noir какая-то, вот эта тушь новая. Ну, новая, не старая, не знаю, какая она там. У нее вот такая щеточка, я не знаю, будете вы видеть или нет. Щеточка-ложечка, то есть ей удобно достаточно прокрашивать ресницы. Но она очень жидкая, она чересчур жидкая. Да, она экстра черная, она прокрашивает ресницы от корешка. Но она очень, девчонки, очень жидкая. Я не знаю, просто она вот так слепляет ресницы. Она их не ставит в завиток. И, к сожалению, чуть-чуть ее щеточка этой туши колет века. Поэтому... как-то не очень она понравилась. Ну, как бы, может, загустеет, станет лучше, не знаю. Следующий продукт от марки Stellary, я взяла тоже на пробу, это консилер. Называется он правильно кремовый консилер в оттеночке 01. Я не знаю, честно, новинка это или нет. Но я люблю консилеры, кстати, наносить полностью на все лицо. Мне нравится, я могу тут заштриховать, тут, поэтому они у меня уходят просто вот, как горячие пирожки. У этого консилера вот такая кисть. И этот консилер имеет характерный такой желтый подтон, который будет идеально подходить для синячков под глазами.
Я не знаю, как бы вам видно, что было. И что самое интересное, если его даже слегка припудрить, он очень хорошо держится на области под глазами, при этом не сушит кожу под глазами, не забивается в морщинки, ничего с ним не происходит. Хороший консилер, оттеночек 01, потому что я взяла самый светлый. Да. А как он правильно называется? Партия. Ну, просто 01 оттенок. Вот такой консилер, удобная кисточка, что еще про него сказать? Он хорошо еще смотрится, девчонки, он так подстраивается и дружит с вашим подтоном кожи, даже если наносить его просто на голое лицо и посмотреть, как бы выбежать в магазин, прихлопывающим движением нанести и все, то он вот отлично фиксируется. Я не знаю, я пробовала, у меня жирная кожа на лице, соответственно, область под глазами у меня, если наносить консилер без припудривания, она, сам консилер, он скатывается, поэтому, ну... Тут я делаю вывод, хороший консилер. Меня прям не разочаровали эти продукты. И последнее, что я вам покажу в данном видео, это вот такой вот сухой контур от Beauty Bomb. В том видео я вам показывала вот такой контур. Он у меня тоже сейчас находится на лице. Это в оттеночке 01. Офигенный контур. Девчонки, пользуюсь с удовольствием. Мне причем нравится... Это 01 тон. Мне причем нравится и корректор. Он правильный, он хорошо растушуется, хорошо смотрится. Вообще офигенный. И очень нравится вот эта вот светлая часть. Как консилер. Тоже кремовый, плотный. Я его иногда как тональную основу наносила. Офигенный контур. Вообще обалденный. И я взяла по... Я не помню, я где-то, может, в Инстаграм, может, в Ютуб наткнулась на то, что вот эти вот корректоры очень классные. На какое-то видео, уж точно не помню. Это у меня тон 02. Мне показался он холоднее, чем 01. Вот так-то. Тут хайлайтер и контур. Тоже находится у меня и хайлайтер, вот он, девчонки. И контур находится у меня на лице. Видите, да? Очень красивый. Мне причем и хайлайтер понравился. Хайлайтер такой вот тепловато-бежевый. Даже золотистый, я бы даже так сказала. И корректор правильный такой вот. Кстати, они... Кстати, они ничем не пахнут. Хорошо растушевывается кисточкой. Просто шикарно смотрится. Эту парочку я вам от души советую. Хорошая такая вот правильная коррекция. Для новичка будет, да и для тех девушек, которые любят контурировать свое лицо. Ну вот и все, мои куколки. Вот такое видео у нас с вами было. Я надеюсь, вам мой видеоролик был интересен и супер полезен. Если же это так, то обязательно поддержите меня пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал, если не сделали этого раньше. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Смотрите их первыми. Также жду вас в своем Инстаграм, ссылочку оставлю в описании. Ну, а я с вами прощаюсь, всех люблю, целую, всем пока!